Юра, прости. Вот такие лампы раньше применялись. Она попала, скорее всего, в огонь. И видите, сейчас даже многие дети не знают, что такое лампа. Думают, что лампа это то, что светит на потолке. А на самом деле это радиолампа. И я даже не знаю, какая она сама по себе. Такая раньше была цивилизация, использовали лампы. А через буквально через 50 лет уже никто не будет знать, что это такое. Вот покажешь, и обгоревшее такое. Подумаешь, что непонятно, какая древняя цивилизация это сделала и что вообще произошло. Все. Пока.